уже как 40 минут едем, вообще непонятно, где я, но точно в Таджикистане. Самое любимое место из святых мест в Таджикистане – это Ходжамастон. Наша необъятная планета полна мест невыразимой красоты, для знакомства с которыми и целой жизни не хватит. Горы моей родины. Согласен, что это безумно красиво. Но данный выпуск о моей родине, перечисляя самые необычные места в Таджикистане, нельзя не вспомнить про святую гору Ходжамастон. Добраться до цели есть несколько путей районов Хатлонской области. Я добирался до района Куйбеш, потом с автостанции до ПМК, и там уже, оказывается, на заправке есть баннер с номером телефона человека, который за небольшую оплату довезет вас до пика. Вот именно с этой дороги, те, кто на машинах, именно эта дорога ведет в Ходжамастон. Мы сейчас постараемся найти машину, чтобы хотя бы приблизиться к горе. Мы издалека заметили пару машин, стараемся договориться. Если честно, друзья, не получилось. Все машины отказываются, так как дорога слишком сложная подниматься. Дали адрес Акай Бобу Назар. И только он везет, он недалеко живет. Подойдем, спросим, договоримся, если повезет хотя бы половина дороги. Нам главное успеть обратно, не оставаться ночью в горах. А там уже поднимемся и все покажем. Сказали, первый дом. Акай Бобу Назар! Почему он? Отвечу. Во-первых, мужчина возит не первый год желающих совершить паломничество в Ходжамастоне, так и по личным жизненным делам поднимается очень часто. Во-вторых, друзья, реально, по этим горам вверх, мимо скал, камней, дыр на земле, я думаю, данная машина в самый раз. Еще выше, я замечал, что все дальше отдаляюсь от цивилизации и приближаюсь к чистой природе. Мы выехали примерно в 10 утра, не помню точно, сколько километров до самих лестниц Ходжамастона и с какой скорости, сколько часов ехали, но ехали очень долго. Садов, конечно, не было видно, так как жизненность там почти на нуле, лишь фисташки, деревья и свежий воздух. Ходжамастон является одним из самых ценных и священных исторических мест с точки зрения исламской религии в Таджикистане. Уже как 40 минут едем, вообще непонятно, где я, но точно Таджикистан. Мы уже на большой высоте, все горы, как видите, в тумане, по особо вообще в снегу, все уже до цели доберемся. Подъезжая ближе, я увидел несколько кишлачных домов, в котором живет семья, где мы остановились, чтобы познакомиться с дедушкой Саид Ахмад. Саид Ахмад является мутавали. Спросив немного о Ходжамастоне, Саид Ахмад ответил, что он тут родился и что данный кишлак назван именем его деда. Но о Ходжамастоне официальной информации нет и не хочет ложными слухами моих зрителей ввести в заблуждение. Но первое, что я запомнил, подниматься в гору Ходжамастон и совершать там паломничество женскому полу запрещено. Друзья, а как вы считаете, почему нельзя? Пишите в комментариях. Вот он, живописный уголок природы. We'll be right back.
99% тех, кто поднимаются на гору, обязательно заходят к нему, чтобы сделать тур. Вот, друзья, дали воду теплую, согрели для Таурата, как я говорил. Друзья, доехали нам туда, в ту сторону, там гора. Сам туда 1 и 2. Просто прекрасная погода. Это просто безумие. Раз, два. Берем оружие, чтоб волки не сожрали нас. Ступеньки аккуратные, все чисто, лед пока под ногами не мешает, но до безумия холодно. Одно спасает, что солнышко светит. Оно реально светит, не греет, а светит просто. Еще скоро, друзья, осталось совсем чуть-чуть. Это лично для меня в этом году, в этом сезоне самое любимое место из святых мест в Таджикистане — это Ходжамастон. Именно тут он похоронен. Сюда приезжают со всей республики, повторюсь, делать зиорат, просить все, что нужно людям, просто детей. Официальной информации так и нету до сих пор. Но место, я думаю, таджикистанцы подтвердят, что очень знаменитое и святое. Именно эти пейзажи в первом сезоне Lahuti Life стали номером один для меня. Закат и рассвет с вершины производят поистине потрясающее впечатление. Я дошел до Ходжамастон, и вы сможете. С хорошими, добрыми намерениями поднимайтесь, думая о хорошем, о цели, и у вас все получится. Сейчас зайдем, сделаем дуа, помолимся. А еще говорят жители, что нужно пройтись 3 круга, просто без лишних слов.
Спасибо тебе, мой зритель, за уделенное время и просмотр выпуска. Считается, что и ты поднялся со мной. Дай 5. Хоть в Эстонии женщинам заходить запрещено. Также выходить нужно обязательно задом наперед. Честно скажу, за кадром я спускался очень осторожно и с большим трудом. Последний кадр, чем хочу похвастаться, это недалеко. Буквально пару метров спущусь и хочу вам показать красоту, которая точно заслужит вашего лайка. Раз, два, поехали. Я уверенно советую каждому туристу мира, любителям вершин, посетить данное место. В любое время года вершины Таджикистана красивы по-своему. Ура! Ура, друзья! Подходим к финишу. Как вы видите, не потратив много времени наверху, все равно уже стемнело, холод прибавлялся десятки раз. Проезжая обратно мимо дома Мутавали, мы снова с ним встретились. Саид Ахмада знают и слышали многие в республике. Человек, отказавшись от богатства и выбрал простую настоящую жизнь тут. Человек с чистой душой. По рассказам сотни туристов, что кроме бесплатных гид-услуг на гору Ходжамастон, он не отпускает гостей хотя бы без пиалки горячего чая. Таджикские тандурские лепешки. Вот. Дастархан таджиков. Без тандурских лепешек это не дастархан уже. Вот. В этом сезоне, дорогие зрители, я также съезжу с вами в Сафедару. Февральская погода ждет нас в снежном месте Таджикистана. Просто подпишись, оставь коммент, что ты со мной. Жми на колокольчик, чтобы посмотреть новые выпуски первым. А я еще раз благодарю каждого зрителя за поддержку. Мир вашему дому. Салам алейкум, дуня. Хушо мадет ба Таджикистан. До новых встреч на ваших экранах.